О, Хатори, он классный, кстати, Хатори. Да, очень классный. Ну что, начнем, бля? Баскетбол. Я на защите, ну по мне видно. Ну фиг. Я так. Я красный. Это что за... А, понятно. Это я понял, что делать. Это, наверное, еще тяжелее, чем то. Вот, защит. А у них фига сколько сносит здесь? Или мне кажется? А кнопку эту нажать можно, интересно? Она же не зря тут висит. Тяжело, я же говорю, будет. Они не почище бы весались. Баня, ба! О! Почти. А я потерялся. Кто вообще? Где я? First. Подожди, я где вообще? Все, вот я себя нашел. Не видал, каким тавр бьет. А кто с кем? Я синенький. Кто еще синенький? Я с Лехой. Я с Максом. Блядь! Да, я пошутил. А, больше не буду шутить, как его злые крисы носят после моих тупых шуток. Нет. Кроме Сани. Ладно, не пизди меня, Макс. Хоть сейчас. Есть он желтый! Мочи его! Он сейчас умрет, он зеленый! Пизди этого кентавра! Зачем ты пиздишь? Ты тут должен баскетбол играть. Не хочу я баскетбол играть. Я хочу этот пиздить. Вы это видели? Черт, сам себе. Здорово. Тихо, пора. Нет, такое мне что-то не очень нравится, когда не нравится баскет такой. Так ты ни разу даже не кинул. Нет, я кинул, но я не попал, ну, просто как-то, не знаю. Блин, слишком некрасиво кинул. О, попал! Ну, стоп, я попал прям в это! Я какого? Короче, Ладзащ, вы это видели? Я улетел. Я попал в этот. Я не понимаю, а что делать-то надо? Попасть. Как в дырку гранатой вот это. Я уже попал два раза. Ну еще больше надо попасть. Не, Саня только попал один раз вообще-то. Как-то. Ты ни разу еще не попадал. Я попал, но из-за того, что меня открывает. Два. А, это все время засчитывается, я понял. Я думал, да, типа там. Я думал, еще не было ни одного гола. А еще не попадал ни разу. Ничего не понял. Не, я немножко не понял. 2-0, пацаны, 2-0. 3-0. 2-1 вообще. О, даже 3-0. Тогда понятно. Тогда понятно, что к чему. Не, я по. Блин, я в стриме какой-то ебало Саня попадал. Не, та тема повеселее. Ну это как-то мне очень дерьмо какое-то. Было бы хотя побольше дырка, потому что я кидаю, куда-то подпрыгиваю чувак, ему в ебало попадаю и все. А есть еще что-нибудь? Ну. Можно всех посмотреть. Тайм мод, сток мод, рестлинг, точнее как называется, бравл бол, регби и баскетбол. Давайте это попробуем, не знаю, что такое. Я с Максом в команде. Нет. Нет. Че, все выбираем карту? Я за Макса. Ну, только сейчас, и то потому, что я под спайсом. Кого Макса? Здесь не по командам. Нет, я за Макса в любом случае. Карту. Я про карту имел, когда он выкрыл, вы там что-то там разбегались. Этот... Стоп, где я? А, все. Макс, давай пиздиться, давай! Ну где Максим, давай! Да почему я только по себе попадаю? Это быстрый территорий, блядь. Ура, въебан! Ну, сейчас отпиздит меня, я один раз по нему попал, он был на 150. Ты даже белый? Ни хрена ты защита. У нас как-то все равно по команде. Да не, мы просто деремся. Я просто, да. Разно вдвоем. Не, надо было Хатори брать. Пиздец, вообще, этот кентавр какой-то криворукий медленно, блядь. А, прикиньте, здесь можно это телом оппонента убить врага. Да. Просто телом оппонента. Ну, вдруг ну, мне кто-то врезался и меня убил. Тебя, наверное, задела атакой, на самом деле. Нет. О, пока я бессмертный. О, сейчас ты умрешь, кстати. Тебе еще одна атака. Знаешь, как я сделаю? Да я меч хотя бы возьму, нечестно же драться-то. А чё, я похож на натурала, что ли, меч давай? Попал всё-таки. Ты, по Максу еще одна атака. Всё, он умер. Да блин, такой живучий, а ещё четыре, наверное. Есть, читы. Уха. Всё, он умер. Наконец-то. Впервые убили меня.
Ну Хатори он вообще имба в PvP, не знаю. Я сколько за него играл, просто всегда. Это ерунда, что твой Хатори. А ты, блядь, Аллаху не веришь, блядь. Ничего ты! Что это за Гетсу Гатеншоу сейчас, братан? Просто Гетсу Гатеншоу использовал, блядь, из бича. Украл у него скилл, блядь. Давай нахуй. Да что ты, блядь, уебище такое? Умри, нахуй. На, блядь, на, блядь. На, нахуй. Давай, тоже бейники. На, ёпта. На! Мачи! Пойдем убивать сам себя нахуй. Да почему я сопизит и никого не пить? Интересно, пацаны. Нет, его убили. Надо сейчас продать его будет, этого кентавра будет такого. Эх ты, говна кусок. Да уже, наверное, поздно. Ты 1-1-1-0. То уже все, наверное. Не, можно продать его и купить нового бесплатно. Не, кентавр слишком медленно, мне нравится. Ну, лично для меня, не знаю, может, Саня как-то... Фак. Ну, так реально медленно вот это. Может, сильная, но медленная. Это мина. Нормально, одним точком просто. Да как? Я слишком мало хп. Ты желтый, красный. Вот Саня беленький у него. Сейчас желтенький. Копье много снесло. Лёхе еще два удара где-то хорошие. Один хороший, один такой. Чё к чему? Спустя 8 лет игры. Саня сейчас умрёт скоро. А почему бадюка нету, кстати? Я умер, потому что у меня очки кончились. Подыграю до конечных очков. Вот сейчас он умрет, но если кто-то из вас умрет, то тоже потеряет очко, и кто-то останется самый сильный. На очки, видите, у меня 0 очков. Вот, все, он умер, он тоже не лестница. У вас изначально по 8 очков, что ли? По 3. Или по 3, да. У Сани мало хп, если что. Красавец. Чесался, не могу играть, когда это. Да конечно, там у тебя голова заболела. Ох, что так нос, блин. Он вечно мешает тебе жить. Вырви его. Теперь зайду. Надо продать его. Да не, игра с ним классно. Нормальный чувак. Ну, не мне, не идет. Как его там продать? Ну, самая последняя там рубрика. Рубрика. Давайте в этот, Brawl Ball. Ну, самая веселая тема. Где Лёха? А, всё вижу. Ну, эту заценим. Я не помню. Так. Который всё-таки взял уёбок. Я-то думал, нормальный уёбок. Faster, stronger. Да, самый медленный. Поехали. Вот каждому персонажу идеально подходит каждому. Особенно тебе. Особенно мне, да. Прям, если бы мне сказали, что вот, посмотри на эту тёлку. Кого она тебе напоминает? Я бы сказал, да, это бадюк. Он засмеялся, с тем дырку упал и сдох. Вот дерьмо. Есть, я выкинул мяч, иди к центру, Лёха, к центру. Они не смогут перелезть, они... Да что за профессионализм? Профессиональный гейб. Ты видел? Он просто удался за этот сразу мяч. Просто бросал его, блядь. Лёша, пацан, давай. Лёша, пидор! Просто... Да как я не смог его ударить? Конечно не смог, это ж... Минотавр. Минотавра не догонишь. Если ему в лоб дашь, врага нацепишься. Ай. Где? Который мой. Который! Ты мой! Ну ты, сень каннибал! Пока он меня там ебал, разбивает. Управление не очень удобно, конечно. Это нормальное управление. Меня немножко просто подвисает. Ну просто непривычно из-за того, что живые герои, они как бы тормозят. Чё, Макс, может тиммейтинг? Давай. Ладно, не будем. Давай. Я думал. Я сам. Я его запизжу, короче, не сильно. Отлично, все в порядке. Забирай, кидай мне. Ой, что делают? Что делают демоны? Нам сейчас просто. Лёха выиграл. Чё? Наебал Лёша, наебал. Я мансовал как мог. Да, не спорю, молодец. Я улетел. Охуя, она заталкивает, она мне нравится. Лёша, бегу к тебе, Лёша. Я очень медленный, поэтому не трахайся.
Это что такое сейчас было? Да я замечал путем. Центр! Лёша, центр! Лёша! Лёша! Ещё бабушка ебало разобьёт, давай быстрее. Сейчас, подожди, подожди, давай, давай, поехали. Нет! Только не шарик. Центр, центр. Шарик, блядь, что? Нет! Лёха, давай, давай! Я сдох. Чувак, у тебя все деф. О, красавчик. Забрал, не знаю. Меча нет, Лёха. Лёшка, нет меча, поэтому дрочим. Да не важно. Давай, что? Лёша! Бля, они уёбки! Найс, хорош. Тут есть классные спылы, оказывается, а не просто атака. Какие? Да тихо-тихо, моё. То есть типа того, смотри. Там затуманивание типа нихуя не видно. Я поэтому люблю Хатори. То есть ты бы трахнул Хатори? Будь ты, другой Хатори. Саша! А, я её пил, как мог. Бадюк, вот это бадюк! Давай попробуем вот так сказать. Давай, ты играй. А, слышите, вы мою тему зачем украли? Уёбки. Тихо-тихо-тихо, стой. Поехали. Я их выкину. Они меня взяли к себе. Красавчик просто. Вот это тиммейтинг. Я из-за того, что ты меня кувалдой бил, не смог подойти. Я видел это. Я говорю, тиммейтинг forever. Это хуетинг, блядь. Да, почему? Да я ж за это и был. Что за хрень? А там пробивает. Стой, давай. Просто изи-бризи, пацаны. В игрушку научишься играть. А почему реально иногда не достает, интересно, блядь? Может, я что-то не понял. Ой! Ебать, вы там потеете нахуй, вдыхаете. Сейчас все, мы проиграли. Зачем ты ко мне идешь, становишься? Потому что мы так проигрываем, они вдвоем работают, мы просто халявка. Да, так мы так и проигрываем. Чё-то халявка. Так смотри, они работают по двое, работаем по одному. Как мы выиграем еще по двое? В смысле работаем по одному? Ой, пацаны. Слушай, я стою на базе, а ты бегаешь, нападаешь. Они тебя в любом случае забьют, потому что они вдвоем стоят. Сам подумай, Лёха. Ты в любом случае... Ты ко мне подходишь, и нас именно, когда по нам бьют, нас и блочат. Мы ничего не можем сделать. Ну хорошо.